Что бы я без тебя делал? Так себе. Не разбогатеешь, но жить можно. Вот, твоя доля. Продаешь или покупаешь? Желаю удачи. Я еще не готова. Что бы я без тебя делал?
Для этого понадобится время. Душа моя, в дыру, которую мы зовем своим домом, пришла смерть. В кухонных залах ошивался бледноликий чужак, назвал себя Элиас. Когда он меня увидел, то начал расспрашивать про охрану в тюрьме. Я отправила его к стражникам. Прошла всего пара часов, я услышала, как слуги шепчутся о какой-то беде в подземельях. Сразу поняла... Здравствуй. Готово.